dvhub.ru. Ростов ажурность, шир каналов, стать городов и куполов. Их труд не то чтобы немалый, основа жизненных основ. Добрый день, уважаемые гости и жители нашего города. В этом году Биробиджану исполнилось 80 лет. И сегодня мы собрались здесь, чтобы отдать долг памяти человеку, который жил и трудился в нашем городе. Почетному гражданину города Биробиджана, первостроителю, награжденной почетным знаком за заслуги перед Еврейской автономной областью. Кофман Фири Моисеевне. Старики до сих пор не забыли, как великие голодранцы из теплушек в тайгу выходили. Здесь стояли болота трясины, комаров и мошки не счесть, и тяжелые стаи гусиные поднимались с насиженных мест, улетали в далекие дали, растворяясь в высоком небе. Но строители не скучали, надо строить, ведь города не было.